Значит, так, по поводу того, что вот спрашивали. Значит, 6 лет тому назад мы дали такое вот определение и объяснение всему тому, что происходит. Мы сами к этому дошли, как бы, поняли, как все состоит, как все функционирует у нас вообще внутри ансамбля. Ансамбль наш, он как организм человеческий. У него есть органы, у него есть аура, энергетика и так далее, и так далее. Начну я с сердца. Сердце у нас это наши родители. Нигде больше. Это наши родители. Вены и текущая кровь внутри организма это наши папы, которые финансируют наш организм. Да, поток, приток и так далее. Мозгом являюсь я, а тетя Карина является нашей аурой, нашей душой. Без этой души организм превратится в трупа. Вот. Органы наши, это наши танцевальные постановки, благодаря которым наш ансамбль существует. А детки, которые танцуют, все, от соло до вообще новеньких и маленьких, это наши клеточки. Эти клеточки вырастают, работают, каждый функционирует там, где он должен функционировать. И предназначен, и создан изначально. Если какая-то клеточка думает, что он мозг, он начинает действовать против организма и превращается, само собой, в раковую клеточку. Эта раковая клеточка, у нее способность сожрать здоровые клеточки и собрать вокруг себя себе подобных. Мозг, то есть я, стараюсь лечить эти раковые клеточки. А так как опыт показывает, эти раковые клеточки не лечатся. Они утихают, а потом еще раз то же самое делают. Поэтому я как только их замечаю, я их убираю. Вот как должен функционировать наш организм. Каждый должен знать свое место. Если кто-то хочет стать мозгом, это невозможно внутри нашего организма. Никак. Как говорится, со своей Библией в мой церковь не ходить.